Караван искусств следует по намеченному пути. Сегодня во всех районах Чувашии открылись различные выставки. В Канашском любуются морскими просторами Айвазовского. В Порецком рассматривают лес Шишкина. Экспозиции разместились в районных домах культуры, которые в прошлом году преобразились благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры». В массы. Пархикасинский дом культуры заметно преобразился. Сюда поставили световое оборудование, одели в новые костюмы 20 коллективов. Артисты выходят на свежеотремонтированную сцену. В прошлом году этот ДК обновили благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры». Учащиеся школы ходят, организовывают классы, садики. У нас тут рядом садики тоже. То есть, получается, молодое подрастающее поколение у нас получает то, что наравне с городскими ребятами. Красивую форму наполнили культурным содержанием. В каждом ДК сегодня появилась выставка репродукций мировых шедевров. Первые посетители слушают поэтичный рассказ экскурсовода о русском пейзаже. Когда-нибудь может вода выглядеть золотой? Да. Да, когда? Да, оказывается, ребят, в некоторые моменты солнце так красиво освещает это место, что кажется, будто вся вода становится золотой. И форма у него такая изогнутая, как рог. Вот это красивое место Василий Поленов изобразил в своей картине. Музейной работы у нас вот в этом отношении пробел был. А сейчас вот очень интересное направление. Вот этот пробел мы сейчас заполняем. Три раза в год экспозиции будут обновлять. Русский пейзаж отправится в следующий район. И сюда привезут выставку из другого муниципального образования. Поэтому проект и называется «Караван искусств». Его курирует культурно-выставочный центр «Радуга», который уже 18 лет занимается экскурсионной деятельностью и теперь делится опытом. Каждая выставка сопровождается обширным экскурсионным материалом, который можно использовать и дополнять его своими наработками. Творческий механизм запущен. Среди школьников здесь объявили конкурс. Им предложили самим составить и провести экскурсии по художественной галерее. Вдохновилась очень, потому что вот экскурсовод показал класс, можно сказать, и очень бы хотелось попробовать в роли экскурсовода. Через 3 месяца караван искусств снова двинется, и во всех домах культуры обновятся выставки. И так по кругу в течение 7 лет. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.